В условиях зала нет таких тренажеров, которые могли бы прокачать предплечье, как тренажер Соцкого. Потому что такой нагрузки на все мышцы предплечья не получишь ни со штангой, ни с гантелями. Занимаясь с ним, за месяц я уже почувствовал результаты, мне уже не понадобились тяги для выполнения упражнения «Становая тяга» и многих других упражнений. Поэтому я считаю, что занимаясь дома, каждый день можно очень хорошие результаты получить с этим тренажером. Исходное положение тренажера. Перед собой, над головой, за спиной, справа боку и слева боку. Уровни расположения. Над головой, на уровне головы, на уровне груди и на уровне поясницы. Плоскости движения. Горизонтальная, вертикальная и круговые. Способы захвата рукоятки. Ладони вниз, ладони вверх, разноименный, палец на рукоятке, палец на тренажере и пальцы на рукоятке. Выполнить поворот рукояток в вертикальной плоскости вверх-вниз. Переместить тренажер вверх, одновременно поворачивая рукоятки вниз. Вернуться в исходное положение, выполняя движение в обратной последовательности. Выполнить повороты рукояток тренажера вперед в горизонтальной плоскости, одновременно сводя локти перед собой и затем назад, разводя их в стороны. Выполнить повороты рукояток вперед в горизонтальной плоскости, одновременно максимально сводя локти перед собой и затем назад, максимально сводя локти за спиной. Выполнить повороты рукояток в вертикальной плоскости вверх, максимально поднимая локти вверх и затем вниз, опуская локти. Одна рука удерживает корпус тренажера, другая – рукоятку. Выполнять вращение рукоятки во всех возможных направлениях. Поворачиваю рукоятки вокруг их продольных осей, имитирующие выкручивание мокрого белья, вернуться в исходное положение в обратной последовательности. Одна из рукояток прижата к корпусу и неподвижна, другая вращается вместе с корпусом тренажера вперед и назад за спину. Одновременно в таких же направлениях перемещается локтевой сустав. Выполнить движение верхней рукоятки вниз, а нижней вверх, сохраняя параллельную их ориентацию. Одна из рукояток прижата к корпусу и неподвижна. Выполнить движение другой рукоятки вправо-влево, сохраняя рукоятки параллельными. Одна из рукояток прижата к корпусу и неподвижна. Выполнить движение другой рукояткой вверх-вниз, сохраняя рукоятки параллельными. Выполнить движение выпрямленными руками верхней рукояткой вниз, а нижней вверх, сохраняя рукоятки параллельными. Выполнить движение рукояток в параллельных плоскостях, аналогичное вращению педалей велосипеда. Одна из рукояток прижата к корпусу и неподвижна. Выполнить вращение другой рукояткой. Аналогичное движение коловорота. Рукоятки должны оставаться параллельными.